Федя Валуевич – ученик 1 Г-класса средней школы номер 7. Мальчик серьезный и ответственно подходит к учебе. На уроках всегда активен, внимательно слушает преподавателя и все записывает. Федор, несмотря на столь юный возраст, рассуждает не по-детски, поэтому в школьный портфель кладет только все необходимое – учебные папки, пенал, тетради. Говорит, что иногда даже не все помещается, а игрушки, как заверил нас Федя, дома подождут. Просто большие у меня там тетради. Немецкий большой, у меня тетради такие по немецкому. Ну, маленькие не вмещаются, так что мне нужен большой. Скажи, а игрушку хочется положить, и кладешь ли с собой игрушки? Нет, никогда. В итоге школе ранец Федора весит немало, но выправка у него правильная. За этим следят и родители дома, и учительницы на уроках. Столь скрупулезный совместный подход позволяет сохранить у мальчишки осанку, тем самым предотвращая искривление позвоночника, грудной клетки и многие другие патологии. Окончание формирования естественных изгибов позвоночника у ребенка заканчивается к 6-7 году жизни. И только вот в это время мы можем сказать, имеется ли у ребенка нарушение осанки или не имеется. В младшем школьном возрасте у ребенка отмечается замедленный темп развития костной ткани, то есть ребенок очень медленно растет в длину, но происходит очень интенсивное укрепление мышц. Ребенок быстро устает, очень подвижный, и в это время в основном формируется нарушение осанки. То есть в это время мы можем очень сильно воздействовать на положение тела ребенка, чтобы не сформировались какие-то отклонения от нормы. Правильная посадка за партой, столом или компьютером, конечно же, имеет положительное влияние на формирование необходимой позиции позвоночника у ребенка. Однако не стоит забывать, что и неверно подобранный школьный рюкзак может сыграть с вашим ребенком злую шутку. Поэтому в младшем возрасте к выбору портфеля, сумки или ранца родителям следует относиться весьма придирчиво. От рюкзаков ранец выгодно отличается наличием формоустойчивой ортопедической спинки, которая послужит профилактикой заболеваний позвоночника. Родителям не следует идти на поводу детей старших и среднего возраста, выбирая модные сумки, однолямочные рюкзаки будущих виновников болезней позвоночника, хронических заболеваний и других заболеваний. Вывод один. Гнаться за модой и идти на поводу у малыша не стоит. Придерживаться нужно медицинских рекомендаций. Если кратко, то ранец должен быть на каркасе с удобными лямками, которые держат спину. А вес содержимого школьного портфеля не должен превышать 10% от веса ребенка. Родители третьеклассницы Карины Велохрыевой придерживаются рекомендаций, а потому и ранец не тяжелый, и все в нем на месте. И девочка может гордиться царской осанкой. Он должен внимательно слушать на уроках учителя, делать домашние задания. И получать хорошие оценки, стараться очень. Я игрушки оставляю дома, а в школу беру самые необходимые: учебники, тетрадки, дневник, пенал. Для учеников 1 и 2 класса эта масса не должна превышать 1,5 килограмма. Для 2 и 4 классов масса не должна превышать 2,5 килограмма. Всегда важно помнить, главная красота человека – это здоровье. Поэтому родители, особенно в начальной школе, должны контролировать, как ребенок собирается в школу, проверять содержимое портфеля. Это не только поможет ребенку сформировать и сохранить королевскую осанку, но и предостережет от последствий искривления позвоночника.